Вы смотрите видео об отеле Белджика. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели от лучших туроператоров вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас. Отель Белджика расположен в стране Чехия в регионе Прага и относится к классу гостиниц с числом звезд 4. Airport Václav Havel Airport 15,0 километра. Мини-отель с оригинальными интерьерами, удобно расположен рядом с центральной частью города. Хорошие условия размещения, фитнес-центр, вкусные завтраки. Хороший вариант для экскурсионного туризма и активного отдыха. На территории отеля имеется 30 номеров, администрация, приезд-отъезд и консьерж-сервис 24 часа. Пользование комнатой с установленным там столом для бильярда, детская кроватка и высокий стул для ребенка, пользование комнатой для совещаний, беспроводной интернет Wi-Fi в резиденции, уборка номеров, пользование прачечной, комната для багажа и одежды, ноутбук на прокат, по запросу, пользование DVD-библиотекой. Пользование книжной библиотекой, расположенной в фойе, заказ приема в салоне красоты, доставка в номер блюд международной кухни, парковка на территории резиденции, массаж в номере либо в салоне, услуги прачечной, глажка, стирка газеты, услуга швея на дому, велосипед на прокат, пользование DVD-библиотекой, заказ такси, услуги няни. В номерах есть ванная комната, фен, беспроводной телефон, кабельная, ТВ, проигрыватель DVD, Hi-Fi и бесплатный высокоскоростной интернет или возможностью подключения к интернету посредством Wi-Fi. Полностью оснащенная кухня с посудомоечной машиной, сейф, утюг с гладильной доской, телефон. Среди услуг, предоставляемых в гостинице, есть фитнес-центр, сауна. Год постройки гостиницы – 1932. Год, когда был сделан последний ремонт – 2002. Ссылку на самые выгодные предложения в этот и другие отели вы найдете в описании под этим видео. Не упустите свой шанс отдохнуть красиво и без лишней переплаты. Обращайтесь к нам за подбором и бронированием тура прямо сейчас.